что это было? Кто бы знал, что это было. Ладно, возвращаемся в Гарри Поттера. Осталось уже совсем чуть-чуть. Я прошел почти уже всю игру. Я не помню, чем закончился. А, нет, я вспомнил, чем закончился «Принц Полукровка». Возвращаемся теперь в «Принц Полукровку», где мы с тобой остановились. А вот где мы с тобой остановились, это уже вопрос на миллион долларов. Мини-значки и значки. Да-да-да, конечно, обязательно соберем все. В скобочках. Ни за что в жизни. Если, конечно, под видео наберется большое количество лайков, тогда мы с тобой будем 100% проходить «Принца Полукровку». Если нет, то все, пошел он нахрен. И будет Кубок Огня. А может, Гарри Поттер и Люмос? Люмос. Вовремя, спасибо. Посмотрите, кто здесь крадется. У меня нет на это времени. Лис. Никуда ты не пойдешь. Остолбенеть. Почему вы не в кровати друг с другом? И Дамблдор из окна смотрит, принесет ли мне воспоминания Гарри Поттер или нет. Такое ощущение, что нет. Что ты? А все. Лежи. Малфой заставит тебя заплатить, Поттер. Да отстань. Скорее, вот ты же драться не будешь. Заклинит. Малфой ваш. Малфой ваш. Сэр, я добыл его. Получил от Слизнарта воспоминания. Почему ты мне не помог и не побил этих школьников? Я знал, что ты справишься. Ну-ка, посмотрим. Ну-ка. Живее, Том. Вот сейчас мы увидим... Почему он не от первого лица видит это все? Это ж Слизнард. Это материя темная, Том. Для того, чтобы создать крестраж, нужно расколоть свою душу. А для этого... То есть он помнит себя со стороны, да? Убийство. Оно разрывает душу. Одно убийство — это уже преступление против природы. Но 7... Гораций рассказал Тому Редлу... А крестраж? Откуда он сам о них знает? Крестраж — это материальный объект, в который человек прячет часть своей души. Пока существует крестраж, человек не может умереть. Вы думаете, что это ему удалось? Mm-hmm. Волан-де-Морт создал крестраж? Не один. О, да. И притом не один. Он создал 7 крестражей? Он разделил Волан-де-Морт, да, 7 крестражей всего создал. Она осталась при нем, остальные 6. Кстати, ты имел дело с крестражем на 2-м году обучения. Дневник Тома Редла. Я вычислил, что это кольцо тоже является крестражем. Какое кольцо? Вот как вы сожгли руку. И вот куда вы все время исчезаете. Вы ищете крестражи. Какое кольцо? Да. Почему его руку кажется, не видно? Может быть, я нашел 3-й крестраж. И мне понадобится твоя помощь, чтобы его уничтожить. Не говорите, что это сейчас концовка будет. 4 минуты записано. Снег оставил тебя после занятий? Да. Нет, он ведь знает, что это решающий матч. Тебе придется не будет Квиддича. Дин займет место охотника. Найс! Вы должны были ждать меня у моего кабинета. Ты-то вам не сказал. Минус 10 очков. На нас нет очков! За что? Я не опоздал. Я не опоздал, сэр. Не обязательно называть меня сэр, профессор. Вам мало наказания после случая с Драко Малфоем. Хотите снова остаться после уроков? Да и так после уроков. Минус 20 очков Гриффиндору, а вы пройдите ко мне в кабинет. Гриффиндор как-нибудь обойдется без своего избранника. Главное... Несчастный Гриффиндор. Боюсь, в этом году лишь 4-е место в чемпионате. За один матч! Я выиграл 3 матча! Выиграй этот матч, Джинни! Выиграй кубок для Гриффиндора! Замотивировал ее по максимуму. А где Гарри? Только не говорите, что я за Джинни сейчас буду играть. Так что сегодня ловцом буду я. Нет, блин! У Гриффиндора сильная команда. Отлично! Если победим, кубок у нас в кармане. Именно это я и обещала Гарри. Мы возьмем этот кубок. Аннет, ты ничего ему не обещала. Давай проведем тренировку, которую запланировал Гарри. Нет! Ты серьезно? Ты прикалываешься? У меня есть кое-какие идеи. Не надо! Ты прикалываешься. Ты просто прикалываешься надо мной. Это издевательство над человеком. Да, Джинстер. Только что ругался, то что типа мне не хватит контента тогда. Вот хватит, все, я теперь 24 часа в сутки буду летать так видящим. Я выиграл 2 матча из 3. И если я проигрываю этот матч, то я занимаю 4-е место. Логично? Логично. Каким макаром? А хрен это, Кведыч! Рончик! Алло, мужчина, вы не должны находиться на воротах. Я понимаю, что ты хочешь славы, денег, женщин, но все-таки я ловец. Ловчиха, да? Собственно, извините, 21 век. Рон дальше полетел.
Поэтому Рон и не ловец. И не вратарь, да? А король. Я так потренировался, вот почувствовал. Я думаю, я уже потерял вот этот скилл. А сейчас размялся, раскликался и чувствую то, что сейчас будет классно. Это Чоу Чанг. Три волосины у него. У него волос меньше, чем у Филча. Мне интересно, почему никто не чилил на острове, вон том, который в середине озера находится? В бесконечном лете, как только появился этот остров, сразу чилить туда поехали. За малиной, за... Рон потащил! Я хочу посмотреть в камеру, ну все, уже и так хотел, вот так хотел посмотреть в камеру, я удивился, наконец-то, я ждал его. Я думаю, где Чоу Чанг, алло? Что-то скучно, что-то как-то тухло, где ловец другой команды? Они вернулись! Кто они-то, кто мы-то? Я одна здесь, блядь! Какой из вратарей? Я смотрю радиотрансляцию. Да поймай ты его, Жини! Пятьдесят очков каждому из вас за прекрасную игру. Что случилось? Что случилось? Как Дамблдор? Мы выиграли! Как прошло наказание у Снега? А, Снег заставил меня перебирать тухлых флобер-червей. Поздравь от меня всю команду. А не ты капитан, да? Ну, конечно. Я не могу. Мы встречаемся с Дамблдором в астрономической башне. По-моему, он хочет, чтобы я пошел с ним на поиски Крестража. Ого, ты там осторожнее, дружище. А нет. Еще он просит, чтобы я захватил с собой рябиновый отвар. Придется сбегать в клуб зельеварения, сварить его. Увидимся. Ни одного рябинового отвара в Хогвартсе нет. Совершенно ноль рябиновых отваров. Чем мадам Пов... Одно окно. Вон такое огромное куканище из башни. Одно окно. Только Филч с него сидит, смотрит, чилит, как принцесса. Космос свой спускает снизу и Хагрид по ним. Оп-оп-оп. Мама хочет забрать меня домой. Нет. Ага, мама не хочет забрать тебя домой. Ты приемный, да? Сори. А, да. Прости меня, пожалуйста, я не хотел. Вот это дядя там на фреске, я понимаю. Просто это колдун знаменитый. Он превратил себя в ртуть, и его поставили на травологии. Да? Последнее заклинание его. Это Юрик Чудак. Слишком сложное зелье, да, согласен. Четыре раза добавить кровь саламандры. Просто обосраться как сложно. Ура, медовая вода. Не ты? Как я был на грани, боже мой. Слизь в лобер червя. Я был прям на краю. Просто невероятно, что я сейчас сотворил? Что ты делаешь, Поттер? Теперь в два шифт-да. Чего? Я ничего не понял. Подожди, что-то странно. Где Крабе? Подожди, что-то я не понял. То есть, мне Дамблдор сказал, Гарри Поттер, принеси с собой рябиновый, мать твою, за ногу отвар. Гарри Поттер, да, конечно, пошел, взял его, выпил. А тебе не приходило в голову, что ты слишком многого просишь? Может быть, я уже не хочу выполнять твои приказы? Я не собираюсь это обсуждать, Северус. А рот открывать, да, силой мысли его. Больше не о чем. Найс. Все, отлично, я думал, это конец уже сейчас будет. Привет. Гарри, друг мой, пришло время забрать Крестраж. Это может оказаться чрезвычайно опасным, но я обещал взять тебя с собой. Но при одном условии. Ты должен будешь мгновенно, не задавая вопросов, выполнить любой мой приказ. Да, сэр. Если я велю тебе спрятаться, убежать, бросить меня и спасаться самому, ты это сделаешь. Пообещай мне, Гарри. Ты это сделаешь. Дай слово. Даю слово. Хорошо. Так быстро согласился вообще. Ты готов отправиться в наше небольшое опасное приключение? Когда будете готовы идти, поговорите с Дамблдором. Я готов. Вперед! Как мы туда доберемся, сэр? Трансгрессируем. А где же шутка про то, что трансгрессировать из Хогвартса нельзя? Гарри сам трансгрессировал, почему бы и нет? Как он держит парочку своей убитой рукой? Вот это место. Том бывал здесь в детстве. Потом он вернулся сюда еще раз. Под другим именем. А потрогать кровью не надо, да. Ну, тупо палочка открыл. Это симулятор крови. Он скачал себе на iPhone, да, на айпалку свою.
Путь нам преграждают препятствия, созданные Волан-де-Мортом. Сталактиты, сталагмиты, да? Сэр, там в воде мертвецы. Пока нам не о чем волноваться. Но, Гарри, не касайся воды. Вы думаете, Крестраж там? О, да!